В научной библиотеке Ингушетии открыта книжно-иллюстративная выставка, подготовленная сотрудниками Национально-краеведческого отдела к 120-летию со дня рождения известного политика Идриса Зязикова. 30 января отмечался день рождения Идриса Зязикова, одного из лучших сынов нашего народа. И к этой дате мы подготовили книжно-иллюстративную выставку, на которой мы представили книги Яндиева, «Они стояли у истоков», а также «Жизнь, отданная народу». Книга Черкиева Саида, посвященная ему, «Гордость народа», тоже Яндиева. Все эти книги отражают его подвиг во имя народа. Первые годы учебы в институте совпали с периодом величайших политических событий в стране, что не могло не затронуть сознание молодого студента. И он с головой окунается в политическую жизнь, читает литературу, обсуждает с коллегами-студентами социально-политические процессы в России. Идрис Бисултанович имел заслуженный авторитет не только среди ингушей, но с ним считались и на всем Северном Кавказе. Не случайно при формировании органов власти в Горской Республике он был вначале избран заместителем председателя ЦИК, затем наркомом внутренних дел и через полгода возглавил Центральный исполнительный комитет Горской АССР. Здесь и проявились все лучшие качества Идриса как организатора, лоббиста, политического оратора и наставника. Особенно ярко эти черты его характера проявились первые годы становления Ингушетии. Читатели библиотеки знакомятся с материалами выставки с большим интересом. Тема моей диссертации – традиция и современность в декоративно-прикладном искусстве ингушей. И в этой библиотеке я появляюсь очень часто, потому что здесь достаточно материала для начала. В зале библиотеки я увидела выставку, посвященную именно Зязикову Идрису Бисултановичу. И, конечно же, я заинтересовалась, так как он немало сделал для республики. И для меня это стало очень интересно, потому что я интересуюсь всей историей, связанной вот с регионом. Идрис Зязиков явил нам высокий образец служения интересам людей, своего народа. А выставка Национальной библиотеки Республики Ингушетия продлится до середины месяца.